Куда она может пропасть? Я серьезно, проснись, она ушла с вещами. Сохраняем спокойствие. Вдруг она пошла в туалет. Варя! Ей вещей нет, я же говорила. Я вижу, куда она могла уйти. Вокруг дикие места, животные. Она может быть в опасности. Нам надо ее искать. Ребят, сохраняйте спокойствие. Варя еще маленький ребенок, далеко уйти она не могла. Ее нигде нет. Так чего ты ждешь? Звони маме. Сохраняем спокойствие. Мы ее обязательно найдем. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Абонент, не абонент. Ребят, помогите. Нам нужно разделиться. Никита, Саша, Алина, вы идете на поиски Вари. Катя, Аня, Алиса, вместе со мной мы идем за мамой. Все остальные должны остаться с малыми. Это Варина заколка? Да, точно, это ее заколка. По легенде, в полночь на Ивана Купала на несколько мгновений расцветает необыкновенно яркий цветок, который обладает волшебной силой. А он исполняет любые желания? А тебе что, нужны новые мозги? Саша, зачем ты так с сестрой? Обращай на него внимание. А ты правда веришь в легенду? Это мой единственный шанс. Папоротник. Она ушла в лес. Нужно скорее ее догонять. Смотрите, Фантик, эти конфеты нам на полдень давали. Точно. Она была здесь. Вперед. Мы ее догоним. На несколько мгновений расцветает необыкновенно яркий цветок,
который обладает волшебной силой. В тот же миг неизвестная рука срывает его, поэтому человек не может овладеть таким цветком. Но тот, кто получит этот цветок, может загадать желание, и оно сбудется. Варенька, прости меня.